Испания, Кордоба, кафедральный собор. Очень рекомендую всем посетить это место. Говорить что-то о нем долго не имеет никакого смысла. Лучше приехать и посмотреть, потому что это место навевает размышления, впечатления и все возможные эмоции, которые связаны с человеческими чувствами. Поэтому всем-всем рекомендую посетить это чудненькое место, в котором совмещены, вернее даже не совмещены, а перетекают одни обычаи религиозные, другие, в зависимости от того, кто владел этим местом. И замечательное сочетание не разрушения уже созданного, а дополнения всевозможными красотами. Любуйтесь, желательно вживую.